сегодня покажу еще вариант подсобки с использованием трости и резины. Простейший, но ныне популярный тренажер. В домашних условиях находим поверхность, которую мы можем закрепить с одной стороны и, соответственно, с другой стороны. И делаем комплексные упражнения, которые позволяют, во-первых, как поставить удар, так и комплексно воздействовать на все тело. Первый вариант – это удар снизу, или же, как вариант, удар снизу шестом. В зависимости от удаления руки мы регулируем нагрузку и работаем. Как одной рукой, так и другую. После чего переходим на верхний вариант. То есть, когда удар наносится отсюда, либо рубящий удар вперед. Одной рукой и после чего работаем сразу же противоположную фазу, которая нагружает мышцы спины и позволяет отрабатывать рывок. Сначала верхний уровень и нижний уровень. Таким образом мы ставим технику удара и прорабатываем комплекс мышцы кора верхнего плечевого пояса.